Может быть, этот мир слишком совершенен, чтобы мы могли познать его до конца. Голос, что пророчеством не верен, разбивает вдребезги сердца. Демон приходил минувшей ночью, чтобы души навсегда забрать. Он умен и вежлив, между прочим. Я его за ночь смогла понять. Сколько, говорит, мне дарят люди и не просят ничего взамен. Скуку, жадность, ложь несут на блюде, ожидая вечных перемен. Сколько в дверь мою стучатся страхи, гневом накормив себя сполна, и детей ведут с собой в рубахе, чтобы узнали, в чем же их вина. По секрету рассказал мне демон, виноватых в мире вовсе нет. Одеялом он укрылся белым, и по всей кровати лился свет. Я не демон, я же ангел тот же, шепотом, стесняясь, говорит. Разве люди на людей похожи? Сколько в них притворства и обид. И не жизнь их наша вдоволь била, губят их лишь черви в голове. На коленях я его просила не печалиться о сломанной судьбе. Так мы просидели двое ночью, той, что длилось будто сотни лет. Приоткрыл на утро ангел очи, и рассвет сказал свой сон привет. Вы не обижайтесь понапрасну, зла на свете просто вовсе нет. Беды — это лучшее лекарство, чтоб забыть про страхи и запрет. Все деяния, они от Бога, чтобы люди научились жить. И пускай потерянных столь много, но ведь есть за что их полюбить.